Сотрудники коллектива НИЦ Гагаузии возложили цветы к памятнику и месту захоронения Марии Васильевны, почтив выдающегося деятеля, стоявшего у истоков создания научно-исследовательского центра Гагаузии, Камрадского государственного университета и Гагаузской автономии. Хочется сказать, что Мария Васильевна Марунеевич была в составе той интеллигенции, которая создавала политическое поле вообще гагаузского народа в 1988 года. В тот момент, я вам скажу, что благодаря таким людям, как Марья Васильевна Марунеевич, очень многие вопросы были подняты, очень многие проблемы были решены. И тогда они смогли убедить и весь народ в том, что все-таки гагаузский народ должен иметь свою территорию, должен иметь свою государственность, должен быть признан как народ, потому что это очень важно было для нас и для тех, кто до Марии Васильевны Марунеевич и ее соратников стремился к этому. Быть политиком женщине очень было сложно. Сейчас сложно и сейчас быть политиком. Но в то время было еще намного сложнее, потому что убеждение – это была самая важная вещь. Роль Марии Марунеевич в истории Гагаузии, ее вклад и развитие гагаузоведения и научной среды огромна. НИЦ издал двухтомник, посвященный Марии Васильевне Марунеевич, ее научной и патриотической деятельности во благо гагаузского народа из серии «Гагаузоведение 19-21 веков». В него вошли ее наиболее значительные труды и публикации. НИЦ Гагаузии издал это издание и включил туда максимально имеющееся в нашем распоряжении количество рукописей, опубликованных, неопубликованных работ Марии Васильевны Марунеевича. Благодаря этому сегодня любой желающий может более глубоко ознакомиться с тем наследием, которое оставила Мария Васильевна как ученый. В истории гагаузского народа, как в истории становления современной Гагаузии, так и в истории становления научной среды в регионе и гагаузоведения современного, в частности, огромен вклад такой личности, как Мария Васильевна Марунеевич. Следует отметить, что всю сознательную жизнь она проработала во благо науки. Мария Васильевна Марунеевич много лет проработала в Академии наук Республики Молдова. Преподавала в Кишиневском пединституте имени Иона Крянге. По ее инициативе Камрадский государственный университет выпустил специалистов по истории и журналистике. В 90-е годы Мария Васильевна вступила в народное движение «Гагауз-Халкы» и посвятила себя общественной и политической деятельности. В том же году она организовала общественное движение «Женщины Гагаузии» и стояла у истоков создания гагаузского телевидения. Выдающегося ученого и политического деятеля Марии Васильевны Марунеевич не стало 18 лет назад, 15 февраля 2004 года. Алена Терзи, Владислав Табачук, Мария Казаку, ГРТ Новости.